И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала, меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также на Генезисе. И сегодня мы пойдем продолжать выживать и убивать. За кадром, во-первых, отдохнул, а во-вторых, все закинул не на свои места, как было до этого, да и в целом мне пофигу, я их ресурсы всегда беру через быстрый доступ с S+, так что какая разница, но сделал так, как посчитал нужным. Самое главное, что они теперь у меня вот аккуратненько все лежат. Кстати, прикольно, так от света она отражается и типа как наклейка выглядит в итоге. В общем, лежит все на своих местах, и вроде даже все раскидал более-менее, ну, по крайней мере, основное. Вот, и замечательно. Пойдем сегодня продолжать выживать, убивать и так далее в вулканический биом. Так, ты у меня подкачанный-прокачанный. Вот, можно на двушечки пойти. Можно на трешечки пойти. Вот, пойдем мочить маглозавра. Точнее, пойдем ровно на ту же площадку, где и был аллозавр. Погнали. Так, я вызвал Рекса второго. Подкачаем его. Хотя, наверное, лучше Рекс второго на альфу оставим. Что-то предлагало. О, эскейп нажал. Да, лучше Рекс второго отправим сейчас на базу, но лучше вызовем третьего. Третьим побегаем ногами и на... Что-то подлакивает. Давай уже прогружайся. Я же игру перезапускал, сейчас все прогружается по новой. Вот, лучше вызовем третьего. На третьем сейчас побегаем на альфа-бете. Ой, на гамма-бете. Подкачается. А на альфа-че лучше возьмем того, которого седло будет помощнее. И побегаем на нем. Ну, кстати, да, здесь хилки есть, отлично. Но тоже на всякий случай. Ну что, погнали. Охота на жару. Гамма. Отлично. Так, где там Скорпикоша? Бежит Скорпикоша. Время охоты. Да. Время мочить, время убивать, я бы даже так сказал. Начинаем. Так, следы же, точно, господи. Я реально, я вот сейчас отдохнул, у меня такое, блин, настроение было хорошее. И тут эти следы. Ладно, ладно, ладно. Отдохнули, а это главное. Да и в целом бежим по тем же самым следам, то есть как бы как и в прошлой миссии, то есть все то же самое, все те же самые пути. 57, это вроде на бетке я по этим следам бегал, да? Ну вот смотри, он просто его не зацепил, вот это самое тупое, что он его не зацепил. Ой, так это стенка. А, отлично. Давай, 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 отлично. Лапки, конечно, у магмозавра ну вообще ни о чем. Так, ну, бегая на Рексе, мне можно и выключить эту трубу, потому что она, ну, то есть, мне разницы никакой нету, на меня сильно не будут агриться лишние, скажем так. Да пошел ты, дурной! Горение. И горение еще мое. Я просто уже представляю, как будет немножко сложновато на альфе бегать с горением моей жопы. Так, отойди, короче, не мешайтесь мне. Ой-ой-ой. Я просто уже сразу же автоматом представляю, что будет дальше, и ну такое себе. Бежим, ищем следы. В чем-то, конечно, вулканический регион хорошо. Ты вот следы все-таки на сером фоне, на темном фоне следы видны лучше. Тут не спорю. Но
То, как они здесь отображаются, здесь еще хуже. Ну, сами видели. След вот так вот ушел. И через пару сантиметров уже перпендикулярно стоит. Ну, как минимум, Магмозавр вот так вот точно бегать не может. Я все-таки склоняюсь к тому, что нужно делать немножечко все поадекватнее, а не так пускать на рандом. Я думаю, здесь они пускали следы на рандоме, потому что вот, следы показывают туда, а потом уже следы так. Ну, то есть, здесь они менее логично отображаются, нежели в других регионах. Вот если уж на то пошло. Ой, ну здорово. А ты дурной, а? Офигеть, я горю сразу же. Он сразу запускает и говорит. Ладно, посмотрим, как на бетке будет. Посмотрим, что будет на бетке. Это прям ужасно будет. Я прям реально боюсь представить, что будет потом. Угу. Добежим. О, пача. Здорово. Я весь интерфейс убрал. Знаешь, реально, когда вот меньше всякой вот фигни на экране, как-то играется легче. Я не знаю, я уже настолько устал от всех морганий и сверканий. Но вот сейчас он здесь уже будет за углом, это точно помню, по Лазавру. И опять подпалил сразу же. Ну понятно, как это работает, это понятно. Жопа горит. Ужас просто. Ну ладно. Жопа горит, это конечно да. Что мы здесь получили по ресам? Всякую фигню, если честно. Так, тканевую сразу же выкидываю. Задолбало меня это все. Ну здесь в основном на артоплевру получаю, да? Все добро. Ну допустим. Так, три левла. По идее, да, можно другого вызвать уже. Хотя нет, давай тебя же также подкачаем. Так, стоп. Куда идти-то надо? Вот сюда надо идти. Короче, как-то да. Я не знаю, что будет с поджиганием моего сорокатана. Сейчас на бетке посмотрим, насколько я буду сильно поджигаться, но я прям очкую от того, что я буду гореть с усиленным уроном. А, ну отлично, ну газ, ну спасибо. Ой, сейчас вот это будет хрехать, крюкать. А! Так, погнали в бету. Еп, чуть не то выбрал. Чуть ли не то выбрал. Это прям мой девиз по жизни, походу, дела. Ну, кстати, вот, опять-таки же, Рекс-то нифига не дамажится. Дамажился в основном я, потому что поджаривает она это пламя этого седока. Ну, это прям проблемка для меня. Ну, ладно, у меня стоят хилки, но я не представляю, как без хилок проходить. То есть ты как бы не важно что, не важно как, ты просто поджаришься, как последняя тварь. Конечно, это еще то веселье. Давай! Слышь? Я не с тобой разговариваю. Фига себе, просто куб. Плевок в лицо. Офигел? Просто кругалем этот камень обошел. Я только сейчас это заметил. Но, кстати, опять-таки же, ногами то же самое, на бетке то же самое. И, походу, дело на альфе я пройду опять по тому же самому пути. Здорово! Я картиночку делаю. Ай, картиночка какая красивая, да. Картиночка красивая. Главное, не забудь, что я вот в этом, именно в этом месте собрался эту картинку делать. Да. Да. Короче, ну вы поняли. По 10 тысяч. По 10 тысяч это очень даже нормас. По 10 тысяч. Ну, это такой дефолтный урон.
Но место можешь себе оставить. Ой! Ты что, лагануло так? В смысле ты не двигаешься? Начинаю сканирование. В смысле ты лево-право перестал двигаться у меня? Так, погоди. А-а-а! У меня альт был зажатый. Прикольно. Иногда так багается, короче, когда... Суть в том, что когда ты вот так вот бегаешь в этой камере, если следишь с седла, то есть все нормально. Потом на седло садишься, и ты как будто дальше через альт смотришь. Вот такая вот фигня бывает. Снова на альт нажимаешь, короче, и прокручивается. Окей, то есть, ну вот это... Свободная камера. Не, на альте. Блин, не, слушай, реально, вот так как-то получше, как-то поприкольнее. Да ёб твою ж за ногу. Вот так, это я рано повернул. Точнее, я эти попутал. Самое бесячее это попытаться попасть на следы. А бесячее вдвойне это пытаться это сделать на Рексе. Ну и на других крупных диносах. Тоже так стоит уточнять. Кстати, да, здесь можно на вулканическом биоме ставить нефтевышки. Не, нефтекачки. Я чисто это узнал из заметок, короче, здесь лазил. Заметку только читаю, ну, она рассказывает, там все дела, вот это вот про заметки. Ты говорит, типа, про нефть и так далее. И я мимо этой пробегаю вместо жилы нефти. Нефтежилы такой, опа, но. Я учился нефть искал. Ну, то есть, как бы, так тоже бывает, если что. Смотри. Да пошел ты, ну честно, ну что ты вот это, я такую картинку красивую делал, а ты, ну ёб твой же задум. Ну, кстати, смотри, как он меня подпалил. А, слушай, нет, то же самое подпалил, отлично, фух. Между гаммой и бетой разницы никакой нет, значит, урон от огня идет одинаковый. Фух, на альфе, значит, если меня поджарит, то будет то же самое. Нагонь. Рекс вообще просто ничего даже не почувствовал. Супер. Супер, значит, живем. Живем. Это хорошо. Эксперименты. Главное, чтобы эксперименты не превратились в экскременты. Ей. Такой я. Ха-ха-ха. Шутник. А я думаю, чё мне так легко-то бегается? Я сейчас включил, у меня такой тук-тук-тук-тук-тук. Давай камеру подфриджевать. Я забыл, что... С этой трубой немножечко FPS кушаются. FPS кушаются одно, она это арк начинает подлагивать из-за вот этого там из-за трубы сраной. А, точно. Мы же здесь сейчас воевать будем. На еде сада. Кстати, я что-то не знаю. Ты же там получается с карначом, да? У меня это. Ну ладно, ладно. В натуре. Не думаю, я правильно наметил, слушай. Кстати, что я там? Ну, слушай, я почти все наступил. На все наступил следы. Почти это не означает, что на все, но бог с ним. Кстати, почему я не наступил? Не, я в чистом поле как-то выглядит все поинтереснее. Вы бы знали, как я задалось искать картинки в попытках что-то найти. А потом, когда я смотрю свой видос, пересматриваю. Да пошел ты, я там застрял, это было нечестно. Вот, а когда я пытаюсь найти это через видос, что там, да как там у меня картинку, я понимаю, что... Дебил, ты опять забыл снять по-нормальному. Ой, это прям очень ужасно. Честно, очень ужасно. Отлично, отлично.
Просто великолепно. Ну нормально, нормально. Я имею в виду по прокачке. Так, деревянным щит мне точно нужен. Что мы здесь получили? Ну вот опять-таки же здесь на базе, когда я смотрю, все равно. Тоже, короче, ни о чем. Ну ладно, чё. Кстати, вот, я хотел посмотреть, не знаю, вас это интересовало или нет. Ой, ты пошел, ты застрял, короче. Так. Давай, на запрос ресов иди. Интересовало вас или нет, я не знаю. Но мне было интересно. Эта пещера просто... Эта пещера реально просто для квеста? Она зацикленная? Здесь ничего нету? Офигеть! То есть это просто пещера для того, чтобы здесь спавнились Дина. Ну, в смысле, квестовые вот эти вот. Прикольно. Ну, может, можно так сказать, что это арена некая. Да, конечно, если бы здесь еще можно было бы построиться, это была бы топовая база для PvP сервера. Ну, прикинь, просто вот маленький проход, вот у тебя огромная база, да? Ты можешь строиться. Да тут, чтобы зайти, это надо, что ж, чего ж надо. Чисто теоретически. Я, конечно, не силен в PvP, но что-то мне подсказывает, это было бы прикольно. Так, второй. Да, второго надо подкачать на альфаче. Там, по сути, один или два левела надо будет качнуть. Благо, здесь идти обратно недалеко. Ну вот. Почти угадал, почти угадал. Отлично. Ой, я рев нажал. Тоже классно. Погнали. Так. Здесь никого? Здесь никого. Отлично. Ой, да желаю. Знаешь, как-то вот тот сидел такой, вот прям появилось сильное желание поохотиться, думаю. Вот прям вот. А, ну да, мне ж надо развернуться. Стартуем мы всегда одинаково. 70? Мне ж кажется, было что-то больше. Это что, еще один, что ли, путь? Не, точно. Ты как Ахин, который на меня атаковал. Ой, нет, ты сейчас тоже будешь стрелять, пошел в жопу. Ой, ну добрый вечер, ну застрял. Так, давай назад возвращаться. Следы. Так, ну, наверное, вот так уже можно поставить. Да, блин, все равно слишком темно. Давай вот так, даже. Это темный биом. Давай смотреть, как светло. Чтобы было светло, красиво, хорошо, замечательно, великолепно. Ух. Прям, чтобы глаза радовались. Ну, давай смотреть, что в итоге у нас по альфачу будет урон. Ну, понятное дело, мы урон ему вносим говна. Его основной урон... Я забыл. Вот тут звуки пламени, это, конечно, да, у меня сейчас чуть уши не отвалились. А с альфачом драться это вообще долго. Ну смотри, он вообще практически не наносит урон. Почему? Ну потому что он неповоротливый. Основной его урон это огонь. И все. А огонь он одинаково дамажит. Ну смотри, и все. Серьезно? Подожди, сколько ты мне там нанес? Это альфа. Вот я не понимаю, почему у разрабов этой карты вот такой вот это диссонанс. То есть какие-то тебе наносят урон так, что ты просто хилки должен прожимать там по КД, вот этот, вот это хилки по КД, а другие ты просто стоишь, короче, и альфача убиваешь так, как будто бы это, я не знаю, ну блин.
Да, Додошка бы и то бы, наверное, более боевой была, нежели Магмазавр. Ну, то есть, ну, очень-очень сильно непонятно, почему разрабы вот так решили. Ну, то есть, у них все через жопу, если честно, на этой карте. Ну, я это всегда так говорил, конечно. Прям реально, я чуть ли не все миссии говорю, что у них через жопу как-то все сделано. Так, где следы? Почему они не сосканировались? Или они где-то в другом месте? А, во, сосканировались. А, я на него наступил, и мы пошли в другую сторону, понятно. Давай-ка просканируй-ка, давай-ка просканируй-ка. Так, отлично. Да, вот он, что-то как-то так светло стало. А, ну да, вот он и день настал, поэтому стало плохо видно. И сейчас серьезно. Вот он, вот, про что я говорю. Смотрим на след. Он показывает, идем туда. А следующий след перпендикулярно вот так. Не, возможно, он где-то здесь идет вот так вот и разворачивается. И я сейчас был неправ. Но нет, вот здесь... Я потерял тебя. Да сраные ягоды, идите в жопу. Такого, мать вашу, бесишь ты меня. Сядь уже, спасибо. Выруби. Замечательно. Погнали. Что там такое? Ну, бесит меня нелогичность порой. Очень сильно бесит. Но тут, короче... Как минимум, нужно было делать, чтобы поярче все это было. Вот реально, как минимум. Чтобы это выделялось получше. Я теперь не удивлен, что, скажем так, люди однозначно не очень ясно. Да твою мать, да от этого газа сейчас по мне урона будет больше, чем от этого магмозавра. Как вы сдохли на боссе магмозавре? Ну, я наступил в яд и сдох от того, что захлебнулся. Спасибо за разъяснение. Да. Давай. Оп, пошел уже. Вот, просто подходишь ему в брюхо, в починку, и бьешь по нему. А он такой, оп, пытается что-то сделать, ну, потому что он неповоротливый. Очень сильно неповоротливый. Не, возможно, это нормально, но в данном случае я... Он нанес урона столько, что я успел даже отхиляться. От его прошлого урона. Угу. Ну, то есть, как бы, вообще, магмозавр, это, конечно, еще та фигня легкая в этом плане. Да, не спорю, это на Рексе. Но, что-то мне подсказывает... Ты что, серьезно? О, ты дурак! Вот, что-то мне подсказывает, что на каком-нибудь рапторе магмозавра я бы тоже бы смог замочить. О, опять-таки же, а пойти в сторону и так далее. Но альфа прихвостня, альфа помощники, альфа вот эти пиздюки, которые стоят, будут на последней стадии. Вот они несут урон. Карнотавры. Они же тоже будут мощные, усиленные, все дела. И вот они урон это внесут. Вот они-то мне покажут всю силу, мощь альфа магмозавра. Ну да, карнотавры, но покажут мощь магмозавра. Да чё, у меня фул хп, нафиг, погнали. Братва, я с вами, я тоже хочу играть. Ой, а у вас там еще и разный пол. Нет, иди в за... Жоп себе подпали. Что-то я поздно решил, что мне нужно поворачивать. Но спасибо, что вы меня вытолкнули. Я думал, было бы жопка. Но нет, мне повезло. Они мне помогли. Спасли, как говорится, мою жопку. Слышь,
Ну и козел же ты. Ой, подлагало. Так, граната вроде минус, это хорошо. А, даже два? Не, один. Ах ты собака. Я еще хотел на магмозавре пойти. Оп, у меня бы еще ногами бы жопу бы припекло. Ох, припекло. Не из-за того, что я на магмозавре сидел бы, а из-за того, что он такой унылый. Ну ты смотри, ну вот просто сколько он урона вносит. Магмозавр, альфа-магмозавр в меня сколько урона вносит. А прикиньте, сколько бы мой магмозавр вносил бы в альфа-магмозавра вот этого. Это чисто битва титанов такая на пощечинах. Кто кого пересидит. Шли третьи сутки. Реальные, а не игровые. Эх. Добрый вечер, наконец-то. А ты бы мог и не застревать. Ну хотя да, как я тут застреваю постоянно, прям неудивительно. Вот он чувствует это. Он чувствует себя, чувствовал себя так же, как и я обычно себя чувствую, когда застреваю. Я что там хилку выкинул? Ай, да пофигу, там их было несколько штук. А, хотя нет, я, наверное, ее забрал. Ой, да пофигу, короче, в любом случае у меня этих хилок полно. Ну вот, кстати, два левела как раз то, что нужно подкачал. Сейчас еще пока там стоит, тоже качнется, уже 2000-то они быстро получают, даже меньше. Что в итоге я тут получил? Барионикс, Галимимка, Скорпиоша, Барионикс. Но основное здесь базилка. Ага, не хотел сказать, сосновый здесь Барионикс, но нет. Ой, не, он ботинки у меня круче. Ну, короче, ни о чем. Ни о чем. Ни о чем прям вообще. Если бы, конечно, их можно было бы перерабатывать, я бы, конечно, сказал, вот это я понимаю, ресурсов, честно, если бы можно было эти ресурсы перерабатывать, я бы ничего бы никогда бы не добывал. Да, куда я бегу-то? Все, миссия-то закончилась. Альфа пройдена, а это означает, все пройдено замечательно. Ну, а я на этом уже с вами буду прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео своим друзьям. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.